Команды хорватских дайверов извлекают из воды рыболовные сети и ловушки для рыбы у острова Малат. Говорят, что они наносят вред морским обитателям. Сегодня мы за два погружения вытащили примерно 200 килограммов сетей и 6 ловушек для рыбы. Участвовали 6 дайверов. Чтобы очистить всю акваторию, которая включает много островов, нам нужно месяц погружаться по 2 раза в день. Весь собранный мусор отправляют на поверхность с помощью надувных шаров красного цвета. Их легко заметить на воде. Одна из проблем Адриатического моря заключается в нехватке ресурсов, нехватке рыбы и биоразнообразия. И благодаря этой деятельности мы пытаемся улучшить ситуацию. Команда также удалила призрачные снасти. Это сети, которые потеряли случайно. Эта конкретная акция началась в прошлом году при поддержке Всемирного фонда природы, а также охраняемых территорий, где мы погружаемся. Ежегодно мы вывозим около 2-3 тонн брошенных рыболовных снастей и собираемся делать это в течение 3 лет. Остров Малат входит в архипелаг Задар в регионе Далмация. Некоторые районы архипелага – часть охраняемой сети ЕС «Натура-2000». В экологическую зону включено около 85 тысяч гектаров территории. Здесь под защитой находятся рифы и афалины. Инициатива стартовала год назад. Ее поддерживает не только Всемирный фонд природы, но и местные неправительственные организации.